Лес на Курговском полуострове поделен на участки и продан на сам Курговский заказник. Наш вышел из состава заказников. Он на самом деле вышел? Это вопрос к Сергею Сидорову. Он в свое время был экологом по заповеднику. Угу. Вот по этому вопросу он вам может подробно дать. Угу. Скорее всего. Существует ли Курговский заказник? Ну, честно говоря, с заказником это, наверное, не к ним вопросы. Если вот так по-честному сказать, вот я был егерем в заказнике и в этом работал. Там, значит, вход въезд заказник запрещен. Там граница заказника, старая граница, расскажу вам. Это река Луга, центр реки Луги идет, центр реки Рассонь. Центр реки Нарова и трехмильная зона по заливу, до устья Луги. Это был заказник. Теперь этот заказник раскроили. Раскроили непонятно для кого и зачем. Часть каким-то охотникам передали, часть еще кому-то. В общем, заказник раскроил. Поделен ли лес на Курговском полуострове на участки и проданы ли данные участки или хотя бы часть из них, если вообще такое было? Курговский заказник не вышел из состава заказников. Действует 10 года распоряжение правительства Ленинградской области об утверждении положения о заказнике. То есть действуют все регламенты этого заказника. Распоряжается как и лесом, так и заказниками, то есть особо охраняемыми природными территориями, комитет по природным ресурсам Ленинградской области. Все, что касается земель, это четко его полномочия, больше ничьи.